Здравствуйте, друзья! С Новым годом! Вот в новогоднюю ночь зацвел наш куст. У нас их много, но вот почему-то зацвел только один. Остальные, видно, так, на подхвате. Да, вот еще один. Я бы сказал, что он робко зацвел. Так как бы начинает только зацветать. И вот наш маленький лимончик усыпан лимончиками. И было принято стратегическое решение обрезать какое-то количество лимонов с тем, чтобы они не мешали расти другим. Светочка, ты будешь обрезать или я? Ты будешь обрезать, на тебе посуду. Так что мы, друзья, вот ножничками такими. Что, Свет, все? Прям все? Ну сколько их тут есть? 5 штук? Нет, больше. Я просто думал, на разживу оставишь. Не, на разживу. Дело в том, что, посмотри, есть ли зелененькие совсем? Я не вижу. Дело в том, что если мы не срежем их, то зеленый никогда не созреет. Понял. 4. Так. Тут их сколько-то? Вот 4 уже есть. Так. А здесь веточка. Давай сразу 2. Вот так. 2. Так, что-то это мне напоминает. 6. И, слушай, не так много было лимончиков. Вот 7. Ну, это можешь оставить. Оставь. Оставить. Он зеленоватый. Да. А вот тот, который снизу, убери его, чтобы выкинуть его. Вот тот. Да. Гнилой. Ну, он же лежит там. Давай я его куда-нибудь заброшу. Ну, в соседний участок. Не надо в соседний. Мы его туда куда-нибудь подальше. Ой! Да, действительно, оказалось соседний. Но это не специально. Ой, Господи. Я хочу сказать, друзья, у меня даже трясется. Я хочу, держи твердо. Я хочу сказать, друзья, когда вот это вы слышите, что старый конь борозды не испортит, это правда, но бывает всякое.